Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Александр. Приехала ко мне сегодня посылочка с девайсом, который давно я хотел себе заказать. И тут мне ребята из компании FiFine написали, а не хотите протестировать наш микрофон? Я говорю, да почему нет? Конечно, хочу, тем более не лишним будет в моей работе блогера микрофон. И вот такой вот, значит, FiFine 669 они мне решили заслать. И сейчас мы будем на него смотреть. Микрофон жутко популярный. На него уже всяческих обзоров в сети полно. Немножко надорвал, чтобы посмотреть, он или не он. Вот. Я поэтому супер подробно делать обзор не буду. Естественно, сейчас посмотрим, что из себя представляет. Что-нибудь где-нибудь запишу потом на компьютере. С вами поделюсь, как оно вообще. Мне, как человеку, который имеет отношение к профессиональной звукозаписи, ну, имел, так скажем. Кто не знает, я по профессии музыкант и звукооператор. Да, я слышал звучание и шуров, и АКГ различных, и студийных, и концертных. Особенно интересно, что же может микрофон за $30. Коробочка. Только веб-сайт содержит у нас. FiFine, или как он там называется, не знаю. Макулатура 669-669B. На английском языке все расписано, как им пользоваться, характеристики есть. Да, вот есть характеристики. Так, питание 5 вольт, то есть от USB. Unidirectional, это направленность 20 на 20. Чувствительность 43 плюс-минус 3 дБ. Сигнал шум 78 радио, 70 МА. Насколько я помню, они позиционируют его как микрофон конденсаторный, но по факту это микрофон электретный, как и многие китайские эти девайсы аудио, микрофончики. В общем, там электретный капсуль стоит. Так, подставка. Металл, резиновые ножки, брендирование FiFine. Вот так, ничего сделано. Это такой композит. Пластик, короче. Композит. Так, сам микрофон совсем небольшой. На картинке он кажется, что он огромный. Такой компактный достаточно девайс. Так, крепление его под эту стойку. Это, я так понимаю, свое. Это не под профессиональную стоечку. Ну, посмотрим. Оно, по-моему, снимается. Да, оно вроде как... Вот это что? Это отвинчивается? А, да, вот шайбочка ее держит. Так, это все крепится. Ну и первый момент, который я вижу, это несъемный кабель USB. Это, в общем-то, не есть хорошо. Если что-то с кабелем случится, придется его ремонтировать. Но, опять же, учитывая цену, $30, он 2300, по-моему, сейчас он. 2390, 2500, это, наверное, от, в зависимости от комплектации. Ну-ка, Российская Федерация, 2300. 2400, короче, стоит. Так. Корпус. Корпус сделан приятно. Это металл. Сеточка. Тут типа soft touch. Регулятор. Неплохой по качеству резистор. Плавненький. Это чувствительность микрофона. Громкость усилителя. Это все дело заклепанное. Да, сеточку. Ну и видно вот там, если посмотреть, видно, вот он. Капсуль сам электретный. Так, что здесь у нас на конце? USB-шник обычный. Ну, такой вот нехитрый девайс. Поставлю, как он стоит. Вот такой вот нехитрый девайсик. Сейчас немножко пообщаюсь. Запишу на комп что-нибудь на него. Ну и уже вердикт свой вам скажу. Ну что же, друзья, немного пообщался я с этим микрофоном, и давайте мы сейчас сделаем тестовую запись на ноутбук. И сначала вы услышите, как обычно, вот этот вот микрофон, а потом я подмонтирую кусочек и вставлю уже звук с этого микрофона, ну так сказать, для сравнения. Итак, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Итак, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой,
«Умирает зайчик мой». Ну что ж, друзья, по-моему, в целом вполне неплохо. Конечно, этот микрофон очень далек от мира профессиональных устройств, записывающих. Но за свои $30, мне кажется, вполне неплохо обеспечивает качество для таких вот простых задач. Я попробовал за кадром там пописать немножко голос, гитарку даже. И, в принципе, если немного еще голос подобработать, можно получить что-то годное, естественно, для таких вот не сильно профессиональных нужд. Ну что же, буду пользоваться. Скорее всего, вы будете слышать звук с этого микрофона на прямых трансляциях, на стримах. Может быть, еще где-нибудь в каких-нибудь записях, подзаписях. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Колокольчик, пожалуйста, включайте. Желательно, чтобы все уведомления выбраны были, дабы не пропустить выход новых видео. Ну и до новых встреч. Пока.